Бывают люди, словно светлячки. Они как будто светятся душой, как будто в море жизни маячки, которые ведут нас за собою. Они как будто посланы судьбой, как ангелы-хранители в дороге. Нас закрывают от беды собой, когда та возникает на пороге. Но мы не замечаем часто их, за должное все это принимаем, печемся только о делах своих и счастья своего не понимаем. И лишь когда вдруг пропадут они, мы понимаем, что мы потеряли, когда погаснут маяков огни, с которыми маршруты мы сверяли. И сразу возникает пустота, осознанность огромнейшей потери, и меркнет окружение красота. Как будто мир захлопнул свои двери. Давайте быть внимательней, друзья, к тем людям, кто нас в жизни окружает. Ведь для кого-то светлячки и ты, и я. И нам обидно будет, коль нас потеряют.